Привет, меня зовут Лера. Меня зовут Наташа. Привет всем, меня зовут Женя. Я, Наташа и Женя являемся ядром проекта «Классика плюс», но так как проект открытый, мы приглашаем совершенно разных музыкантов, начиная от классических, заканчивая джазовыми исполнителями, начиная от вокалистов, заканчивая духовиками, секстетами, дуэтами, трио, квартетами. Нам интересно быть вместе, играть вместе. Нет неважных вещей подготовки к концерту. Мы всегда очень тщательно подходим к выбору программы, к оформлению концертов, к афишам, к фотографиям. Я много переслушала музыки. Я просто поняла, что я многого не знаю. От венских классиков Моцарта и Гайдна до современных, суперсовременных композиторов, чьи произведения, написанные в 2015 году, мы играем. Каждая мелочь, она очень важна, она имеет свое значение, и хороший, качественный концерт, он состоит из этих вот как раз подготовленных мелочей. Всевозможные составы, всевозможные программы. Мы хотим, чтобы в том, что мы делаем, не было лишнего какого-то налета академизма, филармонизма. Больше драйва. Показать, что это не скучно, и это круто, это весело. В общем, мы не боимся экспериментировать, и нам все очень интересно. Совершенно недавно мы сыграли замечательный концерт в квартире Виктора. Там мы играли музыку Нина Ротова.
сами делали аранжировки. Для нас это новый опыт. Это было очень интересно. Интересно открывать для себя что-то новое и искать новые пути. Может быть, это будет джаз, может быть, это будет электроника, как вот Лера хочет предложить и сыграть. Мы пока не знаем. Я очень рада, что я знакома с этими людьми, что у нас есть общее дело. Нам бы хотелось, чтобы классическая музыка вышла за рамки консерватории или филармонии, не ассоциировалась у людей только с походом. Зачем я начала прибавлять? Давай еще раз. Стоп.